очень много травы здесь. Приехали с другом Саней Плешкиным на спиннинге. Продолжаем кататься по Московской области, по Чеховскому району, Подольскому. Ну, пока вот кроме двух окуней с Саней не было ничего. У меня вообще тишина. Не видел я ни одной поклевки, ни одного тычка. Посидел я на кружки 3 часа. В итоге ни одного загара, ничего не было. Решили поменять место ловли. Приехали сюда. Деревня называется Плешкино, Чеховский район. Пока здесь тишина. Перепробовал я уйму приманок. Целиком разных цветов. От ядовитых до самых машинного масла, до самых темных. Пока ничего. Очень много травы, но трава уже, кстати говоря, на оке я ловил, там она еще довольно-таки много травы. И в Сосновке, то здесь ее гораздо. Да я сам с собой, Сань. Ну да. Ты сейчас что поставил? Волосатую хлебалку он поставил. Еще посмотрим. Я весь силикон уже перепробовал. Вот железо сейчас вертушку, сейчас последнюю, наверное, колебалку поставлю, а там третья. Если на нее, то, не, то вообще ничего не буду ставить на собираться домой. Хотя осень, она весь день должна брать. Пробовали мы на мелководье, но тоже по нулям. Какой-то, блин, заколдованный сегодня день. Хотя до этого шли 3 дня дожди. В принципе, особо удивительно ничего нет. Но... тем не менее, рассчитывали сегодня на благосклонность. Но... хищника, по крайней мере, пока ничего. Кроме 2 окуней саниных, ничего не разловили. Нуль. С травмата, что ли, хуяще? С травмата? Вот так вот. Год 2007-2017, а в Подмосковье еще стреляют. Если по нам, тогда я не знаю. И это, может, предупредительные были? Все 8. Странно. Тишина, тишина.
Попробуй. Здесь поглубже, они, в принципе, нормально должны идти. Там на мели стояли, там, блин, кроме силикона-то и вертушек, вообще ни хрена ничего не раскатаешь. Даже не знаю, что ставить. Что ставить и какого цвета. Ставим вот это безобразие, едко. Точно его зацепил как-то. Посмотрим, как отзы. А? Здесь гораздо глубже. Здорово. Значит, она все-таки на глубине стоит. На силикон, да, Сань? На силикон? Воблер. Сейчас посмотрим. Единственное, на что здесь не пробовал, так она на воблер. Головку 12 грамм почти до другого берега добиваю. Да, я силикон весь перепробовал. Вообще ничего. Даже выходов нету. Даже выходов нету. Хрена ты, что туда поставил?
Нуль. Попробуем побыстрее проводку. Куда? На этом, наверное, все, потому что ничего никак вообще себе не проявляет, ни один из хищников, ни уку, ни щука. Я так думаю, сейчас будем собираться домой. Вот, перепробовали все, что у нас было, абсолютно ничего не дало результата. Будем собираться домой,
Обкатали мы с Саней два водоема. Это, соответственно, Зыбина по нулям. Саня поймал два окуня, как я уже говорил, на вертушку. Я по нулям. И приехали мы в Плешкино, Чеховской район, Чеховский. Вот. И здесь тоже по нулям. Сейчас будем собираться домой. Спасенно сегодня все равно два водоема объездили. Хороший день. Мы отдохнули. Вот, набрали сил перед рабочей неделей. Все. Всем удачи. Всем не хвоста, не шуи. Пока-пока.